Сегодня глава Чувашии согласовал кандидатуру для назначения на должность прокурора Чувашской республики. Кандидата на должность прокурора Чувашской республики Василия Пословского представил начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Андрей Юмшанов. Кандидатуру Василия Пословского предложил генеральный прокурор России Юрий Чайка. С учетом вашего опыта, с учетом вашего профессионализма, с учетом того, что вы имеете огромный опыт работы, Василий Митрович, на разных должностях, с низов, можно сказать, по карьере выросли, с учетом того, что с честью и достоинством выполняли свои профессиональные обязанности, у меня никаких сомнений не было, и я в соответствии со статьей 129 Конституции Российской Федерации, в соответствии со статьей 72 Конституции Чувашской Республики согласовал вашу кандидатуру для последующего назначения президентом Российской Федерации на должность прокурора Чувашской Республики. Василий Пословский поблагодарил за доверие и отметил, готов работать на укрепление законности и выполнение задач, которые поставит руководство страны.